Яндекс News. Личное утро продолжается у нас в утре на Болткоме. Евгений Шафран и Олег Пека, мы сегодня ведущие. И сегодня мы пригласили к нам в студию клипового режиссера Юлия Кова. Здравствуйте, доброе утро. Но я понимаю, а что значит клиповый режиссер? То есть, это вот есть клиповое мышление, а есть клиповый режиссер. Рассказывайте нам, что это такое. Клиповый режиссер отличается от кинорежиссера в первую очередь тем, что он концентрируется и снимает клипы, музыкальные клипы. Но ведь я понимаю, что у вас портфолио не только музыкальное. Сейчас в нашем безумном мире там каждый хочет снять клип, любой YouTube-блогер, ему требуется тоже красивая картинка, какие-то интересные сюжеты. И получается, что эти рамки работы раздвигаются. Да, они раздвигаются, потому что сейчас все больше и больше требуется различного медиа-контента, и, соответственно, этот жанр, этот формат, он уже может немножко трансформироваться, и мы можем делать уже так называемые видео, которые будут относиться к музыкальным клипам, но там, допустим, может не быть музыки. Формат все равно считается такой же. И... музыкальный фильм, клип, в котором нет музыки. Да, а как тогда это работает? Тогда это работает на звуках. То есть можно создавать атмосферу, можно обыгрывать это все какими-то... Ой, я поняла. Это вот мы сейчас так снимали. Это, например, звук молнии, защелк книжки, да, какой-нибудь. Вот эти звуки? Ну, что-нибудь, да. То есть, например, такое. Набор каких-то звуков, которые создают атмосферу. Да, да, да. Очень круто. Юлия, скажите, вот на самом деле мне страшно спрашивать, сколько вам лет, потому что вы так молодо выглядите, но, с другой стороны, для режиссера ведь это, наверное, создает проблему, потому что, когда говорят режиссер, обычно представляют, ну, вот Седую да, голову, вот бороду. Да. Где все это, Юля? Где борода седая? Ну, в первую очередь представляет, как правило, мужчину и в возрасте. Мне кажется, что это такой промежуток и такой момент, который действительно очень многие начинающие режиссеры проходят. То есть, когда на площадку приходит молодая девушка, определенно нужно сначала всегда завоевать какое-то доверие, и оно, как правило, завоевывается уже в процессе. То есть люди понимают, что они работают с человеком, который говорит на равном языке. Это завоевывается оно сложно, потому что молодость или потому что женщина? Вдруг там сексизм сплошной? Два момента. Во-первых, очень много людей относятся скептически к женщинам в этой индустрии. Mm-hmm. И второе – это опыт. Ну, возраст и опыт, соответственно, да. Потому что я очень хорошо помню эту шутку, ну, вообще шутливую ситуацию, когда Мел Гибсон, когда он снимался в фильме «Чего хотят женщины», это режиссером была Нэнси Майерс. И она сама вот любила шутить, что, ну, как режиссер, обычно мужчина там вызывает молодых актрис, ну-ка, типа, девочки, покажите ваши ножки, там, что, значит, ну, вот, что она, типа, по такому же принципу будет вызывать актеров и требовать, чтобы они тоже щеголяли, значит, показывали свои волосатые ноги, она будет по ногам выбирать, ну выбирать... на роль. Теперь мы знаем, артистов. Как Мел Гибсон попал на эту роль, да? Да-да. Юля, а вот профдеформация есть в плане мышления, да? Потому что, например, люди, которые там, ну, не знаю, вот я там пишу тексты, я во всем вижу, как это можно в слова обречь. Люди, которые снимают фильмы, во всем видят кадры фильма. Люди, которые снимают клипы. Вот у вас включается этот момент? Вот идете по улице и выхватываете какие-то моменты, то есть вы реально уже мыслите вот этими клиповыми картинками? Я думаю, что да, потому что в клипах в первую очередь устроится все-таки на образах. Соответственно, очень часто бывает то, что ты видишь что-то, и тебе кажется, что ой, это могло бы красиво смотреться в клипе. Да, такое действительно присутствует и очень-очень часто. Обычно требуется от режиссера клипа создать что-то новое, до сих пор небывалое. То есть, ну, именно мне кажется, что в музыкальных клипах, особенно вот, ну, 80-е, 90-е годы, как раз-таки опробовались какие-то находки, которые затем уже приходили в кино, ну и так дальше. Это была такая вот экспериментальная площадка с цветом, какими-то образами, с эффектами, со всевозможными. Вот сейчас можно ли что-то еще изобрести новое для того, чтобы поразить? Вот, о боже мой, мы ж такого вообще не видели. Ну, это такой очень сложный вопрос. Это та вещь, к которой все стремятся. Новые технические возможности, они действительно помогают и позволяют сделать очень много новых вещей. Например, какое-то новое движение камеры.
ну, относительно новая, то есть, допустим, с какой-то... необычной точки ракурса. Да. Но в любом случае плюс-минус уже все снято, уже все придумано, и любая самая уникальная идея, она отчасти будет повторять то, что было. Конечно, каждый режиссер к этому стремится, и у хорошего режиссера это в первую очередь его задача сделать что-то действительно необычное, чтобы это запомнилось. Но это достаточно сложно. Угу. Это достаточно сложно, я бы сказала так. Но ставят перед вами такую задачу, вот хочу, чтобы вот ахнули все. Ну, то есть вот... Конечно. Это каждый хочет. А вот как часто приходится изобретать что-то новое, то есть делать какие-то такие лайфхаки? Все мы знаем, что там современные технические средства много чего позволяют, но часто это все упирается в финансы, допустим, да? Вот, ну, если мы даже возьмем такой глобальный какой-то пример, это, например, IMAX, да, который, когда снимался фильм «Дюнкерк», да, то есть была изобретена специальная камера, которая будет снимать там в подводной лодке, например, да, потому что та камера IMAX, которая есть оригинальная, она гигантская, она не помещалась, например. Ну, и вот ее просто отдельно разрабатывали там чуть ли не год. Я могу немножко сейчас там, может быть, ошибаться в каких-то, но суть вот такая. То есть как часто вам приходится что-то придумывать, к чему-то приходить, какими-то подручными средствами делать более сложные вещи, да, и так далее. Но мне кажется, такой креативный подход – это вообще любая часть, составляющая часть творческого процесса. Но, как правило, придумывать какие-то вещи – это всегда диктует бюджет. То есть, скорее, мы идем от обратного, что когда ты понимаешь, ты хочешь, допустим, добиться такого движения камеры, или ты хочешь добиться такой картинки, но ты не можешь, там, допустим, себе позволить взять такую оптику, да, или такое техническое оборудование, ты начинаешь придумывать, как я могу это сделать. Вот, и скорее вот такие вот моменты. Ну, я хочу вот нашим слушателям сказать, что Юлия Кова, она довольно долго провела времени в Испании, в Барселоне, и, в принципе, опыт, я понимаю, что есть зарубежный. Вот почему здесь нельзя было реализоваться, почему нужно было уехать, что дает этот зарубежный опыт, и насколько сложно вообще куда-то поехать, потому что я понимаю, что и в Европе своих-то режиссеров тоже пруд-пруди, и как там пробиться? Ну, я всегда говорю так, то, что никогда не нужно думать о конкуренции, потому что конкуренция – это спрос, и если есть спрос, и ты просто понимаешь, что ты действительно качественный, хороший специалист, ты найдешь всегда своего клиента. Это первое. А второе, в определенный момент я просто поняла, что я больше не хочу работать в кино, так как в кино у меня была такая наемная работа, то есть это там определенные позиции, где ты выполняешь там какие-то действия, но они плюс-минус не имеют, наверное, никакого отношения к творчеству, да, то есть там, допустим, ассистент режиссера или там линейный продюсер. Продюсер, это что? Что он делает? Приносит кофе? Нет, кофе приносит раннер, рабочий на площадке. Так. Такая позиция тоже есть. Бегуночек, да. Бегушка. Вот, и, соответственно, я просто понимала то, что мне всегда хотелось творить, назовем это таким словом, и поэтому я ушла, ну, ушла, это громко сказано, все равно кино присутствует в моей жизни, просто я больше сфокусировалась на клиповой индустрии, то есть меня всегда, я никогда не хотела снимать кино, мне очень нравится музыка, я действительно жуткий меломан, и мне хотелось больше углубиться в эту часть индустрии, соответственно, в Латвии у нас музыкальный рынок достаточно небольшой, он имеет свои определенные границы, и, наверное, весомый фактор – это финансовые границы, потому что, конечно же, местные артисты не могут позволить себе таких бюджетов клипов, да, как за границей. А опять же, придумать всегда можно что угодно, но нужно мыслить в рамках бюджета, потому что вот, допустим, ошибка начинающих режиссеров, они начинают придумывать грандиозные идеи, и потом, когда дело доходит уже на площадке до самой съемки, мы просто понимаем, что это не будет работать, это смотрится плохо, потому что тут нужно такое оборудование, тут нужна такая оптика, такой реквизит, и это все как бы валится, да. Вот, соответственно, да, то есть Европа, это, наверное,
раздвижение рамок в плане рынка, он там больше. Он там, во-первых, более, наверное, разнообразный, хотя в Латвии он тоже весьма разнообразный, но, допустим, если идеализировать как бы свою работу, да, когда ты доходишь до какого-то такого прям профессионализма в своей профессии, что ты можешь себе позволить, там, например, я хочу работать в таком жанре музыки, то есть я хочу снимать группам только вот, которые, там, не знаю, допустим, инди-рок, да, исполняют. То есть такая узкая специализация. Да, да, то есть ты можешь себе позволить узко специализироваться именно. Вот, ну и, конечно, вот, допустим, в Англии это стоит на бешеном потоке, да, то есть там куча записывающих компаний, очень много всего происходит, и намного интенсивнее весь процесс насколько, у режиссера. А насколько действительно востребованность в том, чтобы снимать клипы у групп? И понятно, что здесь тоже ведь существует понятие «победитель получает все», то есть есть группы, которые могут позволить себе, там, не знаю, там, условно говоря, Бейонсе снять там за 3 миллиона клипа, понятно, что у него будет там 3 миллиарда просмотров. И в то же время, ну вот, небольшие инди-группы, которые действительно стеснены в бюджете, снимают ли они, вот насколько часто они снимают клипы, насколько могут себе действительно позволить? Ну, снимать стараются все, конечно, у всех есть это желание, и когда у артиста есть возможность дальше, допустим, продавать свою музыку, зарабатывать на своей музыке, это очень развито, ну, во многих европейских странах, то, конечно... Без клипа это нельзя делать. Нет, это можно делать, просто клип – это дополнительная та же реклама по факту, то есть, как бы, допустим, начинающие группы – это их определенное вложение тоже, это позволяет донести свою музыку до большего количества зрителей, как минимум, да. А есть какие-то... Я пытаюсь поставить вопрос вот по поводу сейчас стоимости клипов, Олег спрашивал. А есть какой-то примерный, вот сколько стоит снять клип? Прайс, ну, вот мы хотим. Да, вот мы с Олегом хотим спеть дуэтом, и мы хотим снять что-то такое, да, вот что-то яблоки на снегу, да, нам нужно вот снять клип, нужно яблоки, снег, и мы будем всплывать картинками, сколько это будет стоить? Такой вопрос, который мне очень-очень часто задают. От чего до куда? С какой суммы можно приходить? Если мы говорим о качественном клипе, у который потом берут в ротацию, у него есть определенные технические требования, и соответственно, у нас есть минимум, и дальше уже цена добавляется, исходя из каких-то там пожеланий. Но я бы сказала, что, допустим, в Латвии это возможно сделать, начиная от... 4-5 тысяч. Ну, за такие деньги можно и фильм на мобильный телефон снять. С меньшим даже бюджетом. Можно, но смотрите, есть большая разница. Да, действительно, я считаю, что фильм можно снять и на телефон. Потому что в фильме в первую очередь у нас идет рассказ, у нас повествование, у нас идея. Да, и зрителя мы цепляем абсолютно другими моментами. В клипах, как правило, да, идет у нас все-таки упор на визуальную часть. Соответственно, чтобы это все выглядело хорошо, как правило, это дополнительный реквизит, как правило, техническое оборудование. Как правило, допустим, если это потом клип идет в ротацию, то это технические требования, и ты не можешь там снять на телефон, грубо говоря. У нас звонок, мы примем сейчас. Попросим взять наушники. Доброе утро. Сейчас наша гостья наденет наушники, и вы сможете задать ей вопрос. Да, пожалуйста. И передумали. Ну, передумали, нет вопроса. Сказали доброе утро и что-то сбросили. Вы перезвоните, пожалуйста, потому что что-то вот у нас здесь сбросилось. Ну, мы, кстати, уже, чтобы была конкретика, знаем, что были работы у вас с Маркусом Ривой, с Аминатой. Вот, может быть, ну вот с кем еще, ну... Давайте угадаю. Работать с Маркусом Ривой чуть проще, чем с Аминатой. Почему? Ну, они разные по темпераменту, по характеру люди, с разными требованиями. Или нет? Я бы сказала, что мне вообще нравится работать с любым артистом. В первую очередь, это важен подход к делу. Это оба профессионала своего дела, и они понимают, что им нужно делать на площадке, они понимают, как им работать перед камерой. И, соответственно, я бы, наверное, не стала так выделять кого-то.
А с кем еще, может быть, ну вот из латвийских, из европейских, зарубежных артистов работали? В чем специфика, может быть, у каждого какие-то особые запросы, требования? Кто-то хочет, чтобы это был клип с сюжетом, кому-то достаточно просто атмосферы, настроения. То есть кто придумывает концепцию клипа? Это, кстати, бывает очень по-разному. То есть иногда ко мне приходят артисты уже с готовым видением, с готовым решением, с готовым мудбордом. И говорят, вот я хочу чем, так. С мудбордом? Мудборд – это так называемый... Да, да, ответьте, мы потом примем звонок. Ага. Это так называемое настроение клипа, где подбирается, допустим, серия там фотографий, которые отражают концепцию клипа. Как карта желаний, только с клипом. А-а-а. Вот так это работает. Ну, да, у нас да, звонок, да. Попробуем. Доброе утро. Алло. Hello. Да, доброе утро. Доброе утро. Радио Балком. А как вас посмотреть на видео в прямом эфире? На видео в прямом эфире сейчас вы хотите посмотреть через сайт Mix News? Ну, естественно. Да, ну просто сейчас у нас сайт обновляется, и, возможно, эта функция, ну, сейчас еще пока недоступна. Смотрите, мы в Фейсбуке периодически появляемся, у нас вот есть прямые трансляции, и буквально через, по-моему, 2-3 дня появится эта функция. Обязательно, ну, следите, мы на Микснюсе обязательно, ну, объявим в этом дополнительно. Спасибо. Понятно. И еще один вопрос. А гости вы хотите задать вопрос? Наталья Михайловна, непонятно. Она не по... Все очень понятно, просто она работает теперь в другом месте. Вот жизнь так устроена, да. Спасибо большое. Спасибо, да. Да. Никто никуда не пропадает никто в нашем мире. Никто никуда не пропадает, да. Все здесь. Да, по поводу еще хотела спросить. Вот... Очень долго мы понимаем, что там в модельный бизнес, в клипы, в фильмы все время ходили шутки, да, что все попадает через режиссера, одни сплошные Вайнштейны. Через продюсера. Да, а вы точно продюсера? Да. Как сейчас обстоят дела? Вот хочет кому-то молодая девушка сняться в клипе. Что ей надо сделать? Куда идти? Сейчас этот путь стал сложнее, потому что, знаете, как говорится, а ты продюсер может каждый, да, и это уже, наверное, не является никакой ценностью. В первую очередь, если мы посмотрим на большинство самых успешных артистов, они, наверное, соответствуют очень многим критериям. То есть... Да, конечно, в первую очередь это талант, но я бы не сказала, что это прям очень-очень важный аспект, да, все-таки трудолюбие и действительно какие-то жертвы и целенаправленность – это очень важно, потому что очень многие просто, я очень много людей знаю, талантливых, но которые бросили все на полпути и не довели дело до конца. У нас сейчас будет перерыв на новости, и мы потом вернемся и продолжим наш разговор. News. Доброе утро, у нас продолжается личное утро, у нас в гостях Юлия Акова, клипмейкер, это так называется. Но вообще, и я понимаю, что человек из киноиндустрии и продюсер сейчас, ведь продюсер. Но так мы, вот ты какой, да, продюсер. Но мы, кстати, вот так и не договорили все-таки о том, как создаются, вот кто является автором идеи клипа. То есть вот приходят ли к вам уже с готовым там расписанным сценарием, или говорят, сделайте мне красиво. Знаете, вот как иногда там любые деньги плачу, вот сделай красиво. Мудборды какие-то, значит, мы уже поняли, что тут приносят на фотографии. Говорят, такой вот в мудборду кидают... на стол. Да, потом он борт на стол швырнул, говорит, хочу так. Ну, и у меня есть 200 евро, да? И да, все. И снимите мне на Ретте Алексу, да. Ну, это на самом деле очень индивидуальный момент. У каждого артиста индивидуальный подход. И кто-то, допустим, уже сразу приходит со своим четким видением, да, с видением продюсера, потому что иногда, если это там, допустим, большой артист, есть какой-то регламент, который отвечает, допустим, его позиционированию, и поэтому в клипе он там, допустим, должен выглядеть так, не должно быть этого и так далее. Вот. Ну и есть абсолютно полный фристайл, когда приходят к режиссеру и говорят, вот мы знаем, там, у тебя работы в таком стиле, мы хотим такой стиль, придумай нам идею,
Соответственно, это очень такая индивидуальная вещь, и каждый раз это по-разному. Но мне вот лично, например, очень нравится, когда у артиста есть тоже какие-то свои наметки, потому что тогда вы вместе рождаете образ, и, как правило, вот этот образ и вообще эта вся визуальная концепция, она больше отвечает артисту, и тогда уже в процессе съемок ему проще, легче открываться, потому что очень бывают часто такие моменты, когда, допустим, вот режиссер видит, и это действительно хорошо, но артист себя не чувствует комфортно, из-за этого на съемке, да, то есть, допустим, очень много дублей, он не может там, потому что артист это все-таки не актер, да, и какую-то реакцию выдать иногда бывает сложно, вот. А вы сказали о том, что вот у вас свой определенный стиль, стиль тоже, он ведь нарабатывается, он вырабатывается, сначала это, скорее всего, какой-то там, немножко мы копируем где-то, где-то мы пытаемся постепенно-постепенно вырабатывается свой почерк. Сколько вам времени понадобилось, чтобы выработать свой стиль, и как вы вообще можете его определить? Мне вообще страшно смотреть свои первые работы. Понадобилось время. Я считаю, что я до сих пор в процессе. Но я просто поняла, что мне нравится снимать вот, наверное, сейчас четко. И это подразумевает под собой специфику жанра. Мне нравится трэш. Мне нравится совмещать несовместимое. Я никогда не показываю в своих клипах танцы. То есть мне нравится создавать историю и образы. Да, это два рабочих инструмента. То есть я вообще не воспринимаю клип в стандартном понимании, где поют и танцуют. Это не наша история. Мне нравится использовать какие-то яркие визуальные образы, метафоры, да, то есть максимально вот в ту сторону. Полукино, наверное, вот так вот, что-то такое. А вот если вы говорите о том, что вам нравится использовать метафоры, какие-то образы и так далее, то это, конечно, сразу пересекается и как-то зеркалит кругозор, образование и так далее. Ну, мы понимаем, да, что человек, который все-таки образованный, в университет, например, заканчивали, он все-таки немножко больше в этой сфере может предложить тому же там актеру, певцу и так далее, чем человек с ограниченным кругозором. Вот у вас возникает ощущение, вот это, знаете, такой синдром самозванца, да, что вроде делаю хорошо, но я так много еще не знаю, а надо еще узнать, и это не только сфера клипов, да, не только сфера там, кино, это сфера и другая, да, это вообще окружающий мир, политика, не знаю, там, культура, искусство, так что угодно, история. Я думала об этом буквально вчера, я просто читала о налоговых льготах для кино в Европе, где лучше, где хуже, и, соответственно, когда я читаю какую-то новую информацию, хотя я уже достаточное количество лет в кино, я понимаю, что, господи, сколько еще всего, да, и плюс, допустим, технические новинки, да, каждый год придумывается такое количество различных... Прибамбасов, ну, назовем. Да, прибамбасов именно так, что просто теряешься. Так, да. Слушайте, надо все время быть в курсе, чтобы тебя не обставили конкуренты. То есть учиться, учиться, еще раз учиться? Ну, я бы тут немножко поделила, да, то есть если, допустим, ты режиссер, учиться это хорошо, но все-таки режиссер это в первую очередь ты рождаешь визуальные идеи и идеи, ну, как таковые сюжетные, да, и так далее. То есть, соответственно, тут учись, не учись. Я вообще считаю, что, допустим, режиссерское образование такая некая профанация, поскольку как бы... Ну да, есть какие-то основы, которые ты можешь знать, нас всех их им учат, но, как правило, это и те же рамки. И получается, что очень многие режиссеры останавливаются на вот этом базисе, который там, допустим, дает университет, и не развиваются дальше. У нас есть наш прекрасный инструмент, это фантазия, да, это... то, что режиссер должен развивать в первую очередь, самообразовываясь. Да? То есть научить этому нельзя, получается? Ну, нельзя, это какая-то данность, да. Видение. В первую очередь, видение. Это данность, но это можно развивать. Да? То есть я все-таки настаиваю, что вот существует такое мнение, что режиссер должен смотреть очень много фильмов. Не соглашусь, потому что ты просто засоряешь свою визуальную память, и невольно начинается постоянное копирование. Мне кажется, что режиссер в первую очередь должен наполнять себя
вещами, которые отвечают как раз-таки за придумывание, да, каких-то именно, ну, все, что связано, в общем, с фантазией, да? Вот для тех, кто далек вообще от клипов, от музыки в таком виде. Но, например, вот хочет снять свой клип. Угу. Вот я утром проснулся, подумал, почему бы нет? Голос поправим, да, там Олег подтянет мне голос, будет нормально. Прическу сделаем с кудрями. Что я должна делать? Я должна кому-то звонить? Вот я должна вам позвонить? Да. Я должна позвонить Юле и сказать: Юль, я хочу снять клип, у меня есть там 7000 евро, хоть бы завтра. Да. У меня есть 7000 евро, хочу что-нибудь такое. На что вы мне скажете? Ну, не такая большая сумма, ну вот что-нибудь придумаем, да? Угу. Так, я прихожу, мы делаем тот самый мудборд знаменитый, да? Да, и раскадровку, да. Раскадровку. Ну, потом уже идет раскадровка. Хорошо, мы сделали. Дальше, какие будут действия? Вот я сижу, у меня передо мной вот эти куча фотографий красивых. И 7 тысяч евро. Да, и 7 тысяч евро. И тогда подключается уже продюсер, который начинает, соответственно, с организационной части вопроса собирать. А откуда он подключается? Он у вас есть где-то за пазухой, там где-то сидит? Ну, вот он есть, это его контакты, вы знаете, какого продюсера подключить? Ну, часто в своих проектах я выступаю в качестве продюсера, вот да, потому что это две ставки. Не совсем, просто мне будет спокойнее, если я сделаю, но это не совсем правильно, так многие делают, но это не совсем правильно, то есть это две абсолютно разные вещи, режиссер – это творчество, продюсер – это как раз-таки вся организация, финансы, да, и так далее. Соответственно, если есть идея, есть деньги, продюсер нанимает команду, организовывает уже непосредственно. Дальше уже команда там отвечает за какие-то свои части, там смотрится, ищется локации. А берется... конфликт не может быть вот продюсера и режиссера, потому что как раз-таки режиссер творческий, ну, может, у него летит фантазия, да. А продюсер все время говорит: нет, у нас 7 тысяч евро, да. Больше не смогла Женя собрать, нам принести. Куда тебе 50 камер вокруг? Да, это 3. Так и происходит, это именно так и происходит, это некая дисциплина со стороны продюсера обязательно присутствует, и она должна присутствовать. Обрезает, конечно, крылья. Обрезает крылья, да. А вот по поводу того, что продюсер потом ищет, допустим, команду, которая будет все это реализовывать и все это будет выполнять, и поэтому как бы логичный вопрос, то есть получается, что должны быть связи у продюсера, иначе где он будет этих людей искать? А связи должны появиться только тогда, когда ты будешь работать в этой сфере. Как это работает? Как это работает? Замкнутый круг. Ну нет, это не замкнутый круг. Почему? Ты начинаешь с того, что действительно... Ну, допустим, если я сейчас начинаю анализировать карьеру там своих каких-то знакомых продюсеров или там, допустим, свою, ты начинаешь со своего какого-то первого проекта. Многие начинают с раннеров. Да, это человек на действительно принеси-подай. Меня, слава богу, каким-то чудом обошла эта позиция. Вот, я начинала, допустим, с ассистентов. И, соответственно, таким образом из проекта в проект ты начинаешь обрастать какими-то знакомыми. Ну и даже если у тебя нету знакомых, ты просто можешь узнавать, кто кем работает. Сейчас развиты социальные сети, все, как правило, публикуют там, чем они занимаются, да. И ты понимаешь, что, например, я хочу там реквизитора. Ну, я думаю, что это не так сложно найти на Фейсбуке, если у тебя нету там контактов. Всегда можешь обратиться, не знаю, в тот же университет. И куча юных молодых специалистов, жаждущих снимать кино, всегда откликнутся, как правило. Юлия, а вот если все-таки ближе к кино, я понимаю, что все-таки, наверное, у каждого солдата в ранце маршальский жезл, каждый участвующий в съемках клипа все-таки мечтает о большом кино. В Латвии насколько это возможно? И вот мы как-то уже с Зайфером говорили о том, что совместная вот копродукция – это один из таких выходов, возможностей для Латвии снимать какие-то большие, может быть, проекты, на которые самостоятельно не хватает времени, ну, в смысле денег, средств, возможностей.
вы хотите, чтобы я сейчас рассказала конкретно больше, допустим, о том, что у нас происходит сейчас вот с латвийским кино, то есть насколько есть возможности реализовать свои амбиции, учитывая нашу маленькую страну, маленькую аудиторию, то, что 100 тысяч зрителей в Латвии – это вот тот потолок, в который неизбежно упирается любой кинопроект, то есть больше 100 тысяч у нас не будет, ну, нет у нас такой возможности собрать больше зрителей. Хорошо, я поняла вопрос. Значит, ну, в первую очередь я бы, наверное, разделила латвийский кинорынок на несколько моментов. То есть это фильмы, которые снимают здесь латвийские независимые режиссеры и продюсеры. Это может быть как личное финансирование, как спонсорское финансирование, так и, допустим, финансирование там из кинофондов. Дальше, да, наш рынок делится на привезенные проекты, так называемые ко-продакшены, и Латвия выступает в качестве просто носителя территории, где приезжают снимать иностранные фильмы. Вот. То есть это три, наверное, главных момента, три главных рынка. А чем привлекательна Латвия, например? Почему вот у нас должны снимать, а не где-нибудь в Европе, в Чехии? А, ну это очень длинная тема, это очень долгий разговор, да. А почему снимать или почему не снимать? То есть, в первую очередь, мы не забываем, что кино – это бизнес. А почему-то, когда люди говорят о кино, они не думают о том, что это полноценная индустрия, где в первую очередь как бы прибыль имеет, наверное, главное значение, когда мы говорим о большом кино, да. То есть в первую очередь самые большие проекты – это, конечно же, коу-продакшены, да, как правило, когда две страны вкладывают в это финансы. И когда делается какой-то коу-продакшен, очень часто, да, выбирается страна по таким критериям, как многие думают, там, локации, еще что-то. Нет, конечно, нет. Вернемся к тому, что это бизнес, и мы будем смотреть на то, как та или иная страна поддерживает это с денежной стороны, да, то есть это, конечно же, система налоговых льгот. Вот, то есть, в Латвии они есть? Да, в Латвии они есть, но смотрите, во-первых, процент, да, то есть у соседних стран, допустим, он выше. То есть это так называемая система cash rebate, и в Латвии она до 25%, насколько я помню. То есть я понимаю, что нам важно, чтобы было выгоднее снимать, чем в других странах. То есть этим, да, мы можем привлечь. Да, да, дешевле, да. То есть дешевле, да, дешевле, конечно, конечно. И предоставить весь спектр услуг. А вот звездность своих вот, ну, клиентов, да, вы сталкиваетесь с этим фактом? То есть, с одной стороны, они, в принципе, зависят от вас, вы должны все-таки сделать готовый хороший продукт, но с другой стороны, это уже живет такое чувство, которое по дефолту где-то у тебя сидит в голове, да, вот я такой весь из себя звезда, популярный, давайте мне здесь красоту делайте, вы мне все должны. Или у нас, или все-таки там люди, с которыми вы работали, они там достаточно скромные, адекватные, большие профессионалы. Ну, вот я бы сказала так, тут разница менталитетов, да, в Европе очень все на одном уровне, да, то есть когда к тебе приходит артист, он как раз-таки не воспринимает тебя с должной позиции, он с тобой считается, и более того, он к тебе прислушивается. Ну, вот, допустим, у меня, да, такой опыт. Я как раз-таки сталкивалась с этой звездной какой-то болезнью больше со стороны актеров. Это очень часто встречается, и особенно там есть некоторые страны, где вот это вот эго, оно прямо так прет, что, ну, невозможно работать. Что тогда вы делаете? Что тогда вы делаете? Хороший вопрос. Ну, пытаешься как-то приспособиться, наверное, потому что очень часто у творческих людей есть оправдание, да, то, что вот я творческий, я могу себе это позволить. Нет, это все-таки об уважении. Мы все как бы из одной индустрии. То, что, допустим, твоя профессия подразумевает медийность, это всего лишь аспект, да, как бы это может не делать тебя очень там крутым специалистом, например, да. Ну, соответственно, да, не всегда получается разговаривать.
потому что это может вызвать какую-то провокацию и может, допустим, сорваться съемка, да. Поэтому подстраиваешься, смотришь, разговариваешь там с менеджером, с продюсером, потому что часто еще бывает субординация, да, какая-то тоже. То есть прямо вот так нельзя сказать звезде там... Не, ну это зависит, во-первых, от уровня, да, звезды и так далее, но есть какие-то вопросы, которые тактичнее, допустим, обсуждать там с менеджером или с продюсером, да, какие-то такие моменты, которые касаются больше, наверное, организации, а не художественного, ну, художественной части. А вот, извиняли, большая больная сейчас тема – это дети, да, то есть после скандала с дочерью Алсу я задалась вопросом, как вообще часто у нас родители хотят вот продвигать своих детей в этой области, как часто, может быть, обращаются вот, там, запишите для моей там дочери клип, он, может, никуда и не пойдет там на телевидение, он, может быть, останется в каких-то семейных архивах или там для портфолио, но тем не менее, то есть или это, может быть, какие-то дуэты, или это, может быть, какие-то, там, не знаю, актеры, но это именно дети. Сейчас это немножко трансформировалось, я бы сказала, что дети стали таким современным продакт-плейсментом, то есть действительно родители, которые могут обеспечить вот эту съемку и могут выделить финансирование, они очень часто выступают в качестве финансового спонсора и снимают детей уже у какой-то состоявшейся звезды, и таким образом... А, ну то есть, для немножко пояснить, наверное, для тех слушателей, которые не знают, product placement – это реклама конкретного там продукта, которая немножко завуалирована, то есть идет на фоне что-то одно, ну, условно, там идет наша, там, не знаю, там, Остапенко, условно, да, у него раз там мельком ракетка Уилсон махнулась, вот это и есть product placement. И получается, что родители сейчас заинтересованы не в том, чтобы снять индивидуальный клип для своего ребенка, а куда-то его пропихнуть, грубо говоря, да, к съемке, на съемку к звезде. Но, например, если родитель хочет своего ребенка снять, не знаю, в клипе кого-нибудь там, не знаю, Лободы, например, да, он может это сделать отсюда? Вот через вас, например. Вы можете помочь ему? Или это нужно вообще, это отдельная история, он должен куда-то связываться, там как это вообще происходит? Нет, если у тебя есть определенная база артистов, и, допустим, планируется какой-то проект, вы понимаете, что вы можете ребенка интегрировать в этот сюжет, да, он может непосредственно обратиться к продюсеру без проблем, может. То есть какая-то база есть, ее можно найти? Нет, ну как, вот, допустим, там, исходя из своего какого-то опыта, есть уже наработанная база с артистами, да? И вот, допустим, обращается родитель и говорит, ой, я очень хочу, там, у моей дочки скоро день рождения, хочу ее снять в клипе. И я понимаю то, что, ага, там, в прошлом году, например, я работала с таким-то артистом, вот он сейчас раздумывает над тем, чтобы снять клип. Значит, мы можем это предложение соединить с этим предложением, и, соответственно, у нас будет бюджет на клип, и мы можем это все снять, да? Таким, сколько это стоит? Это абсолютно по-разному. То есть это, во-первых, зависит от масштабов артистов, от количества подписчиков в Инстаграме и прочих моментов. И бюджета, наверное, на клипы, конечно. Ну, нет. Нет, звездности, да, звездности и масштабов артистов, да. И очень разные стоимости, цены. Очень многие модели сейчас так начинающие себе делают карьеру, то есть просто проплачивается вот эта вот там главная роль, допустим, в клипе. Да, и таким образом. Например, так это работает. То есть product placement, он стал и живым, и неживым, да, то есть это стандартно остается у нас все та же реклама продукции, и второе, появилась такая прекрасная возможность, это вот сняться у кого-то. С какими звездами, может быть, ну, европейскими там артистами удавалось работать? Насколько там вот, ну, нет ли барьеров, насколько языковой барьер, например, вот может мешать поехать работать в Европу? Имен называть не буду, да, но скажу так, то, что сейчас английский везде, и худо-бедно вы найдете точно точки соприкосновения, да, на английском языке, я не сталкивалась никогда с барьерами, я бы скорее сказала, допустим, вот, работая в интернациональных продакшенах других компаниях, да, будет немножко сложно, даже если интернациональный проект, то все равно, допустим, там немецкая команда, да, будет у них присутствовать этот третий язык, и это будет влиять на работу, то есть вот как раз-таки тем людям, которые сейчас делают выбор, начинают свою работу в киноиндустрии, им скорее нужно
поскорее бы желательно определиться, где они хотят работать дальше, потому что я бы советовала все-таки, если ты целенаправленно, допустим, смотришь, что там, я хочу дальше жить во Франции и работать во Франции, тебе нужно изучать язык, потому что есть такие коммуникативные позиции на площадке, когда, ну, ты просто не сможешь работать, если не будешь знать там третий язык. Да, по регламенту, может быть, там будет сниматься интернациональная реклама международного бренда, и якобы вся команда говорит на английском, но как бы есть тонкие моменты, которые, ну вот уже исходя из опыта, ты просто понимаешь, что без этого никуда. Понятно. Хорошо, Юлия, спасибо огромное. У нас заканчивается время эфира. Спасибо вам за невероятно интересный рассказ. Теперь мы знаем с Олегом, что нам нужно, да, нам нужно накопить. Нам нужно 7 тысяч, да? Ну, 4 богатого родителя и... С богатыми родителями. Ребенка, который захочет сняться. Это жениться, например. Да, вот, я придумала уже. Ну, вот тут уже либо клип, либо брак. В общем, спасибо огромное. У нас была в гостях Юлия Кова. Это клипмейкер, человек, который занимается именно тем, что создает клипы. Я понимаю, что продюсер сейчас. И продюсер, и режиссер. Продюсер, и режиссер клипов. Спасибо, и таким образом утро. Мы прощаемся, да, Евгений Шафранок и Олег Пека, звукорежиссер Евгений Копеин. Мы с вами прощаемся в этой передаче, эфир продолжается.